Жаркая борьба между игроками началась в первые минуты турнира. Охота за лентами соперника подогревает не только самих игроков, но и болельщиков. За Угуди тренеры сосредоточенно следят за ходом игры. Это первые соревнования областного масштаба на Тобольской площадке по классическому ИТ-регби. Спортсмены заряжены на успех. Мяч всегда передается только назад, двигаясь вперед, и мяч уносится за зачетное поле. Главное прислушиваться к тренеру, работать в команде и выполнять те или иные упражнения. Чемпионаты первенства города начали соревнования по тэг-регби. По правилам спортсмены играют без контакта друг с другом. Вместо этого им необходимо сорвать ленточку на поясе соперника. Впервые с табаляками в борьбу вступили спортсмены из села Упорово. В таком турнире мы первый раз участвуем. В районном турнире мы участвовали постоянно, почти что в призах были. Мы стараемся больше развивать его в начальных классах, так как для начальных классов мало каких-то соревнований проводится, а этот вид спорта более массивный, и там могут участвовать и мальчики, и девочки совместно. В итоге новичкам повезло. В турнирной таблице по тэг-регби они первые. Второе место у тобольской команды школы номер 9. Почетное третье место у команды «Тобол-2». В классическом регби тоболякам не было равных. Я тренируюсь в зале. Мы бегаем, надо тренироваться долго, уверенно, нужно быстро все делать. Хочу попасть в сборную России, представлять Россию, ездить на соревнования. Золото в первенстве и чемпионате Тобольска – это не первые достижения тоболяков в этом году. В прошлом году проводились городские соревнования по регби, по тег-регби, а областного уровня впервые. В этом году средний состав наших замечательных, как вы видите, регбистов съездили на всероссийские соревнования школьной регбийной лиги, финал школьной регбийной лиги, где стали 17-ми по России среди 33 команд. Почетное второе место в дисциплине классический регби у спортсменов из Исетского района. Всего в первенстве и чемпионате города приняли участие 3 команды из Тобольска и 4 команды гостей из села Упорово и Исетского района. Наталья Китобрус, Рустам Рузиев, Тобольское время.